Легендарные 108 минут. Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики. Я вас тоже всех поздравляю с этим днем. Отмечено, что ровно 60 лет назад Юрий Гагарин открыл эру космических пилотируемых полетов. И вот поздравления. Дорогие друзья, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Вот так, космонавты поздравляют всех прямо с борта. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и будете узнавать все события, которые происходят в нашей стране и за рубежом. Ну а на этом все.